Сегодня будет третий. Фокс Дай, который Зеро вел тебе, он уже начал пожирать мое тело изнутри. По правде, Фокс Дай в тебе и есть то, что убило Еву и Оцелота. О чем ты говоришь? Наоми, она рассказала мне все. В чем дело? Они сделали это снова. Они использовали тебя, чтобы убить меня. Патриоты. Нет. Их прокси. С целью похоронить нас. Они сделали это снова. В конечном счете. Они не более чем программы. Все, что они могут, это повторять один и тот же сценарий снова и снова. Сделай одолжение. Сможешь? Отведи меня к ней. Наоми просила передать тебе еще кое-что. Насчет старого Фокс Дай в твоем теле. Того, что мутировал. Новый Фокс Дай внутри тебя продолжает множиться. И в то же время он предотвращает мутировавший Фокс Дай от распространения. Новый Фокс Дай поглощает старый. Наоми подтвердила это в своем послании. Мутанты отступают. В скором времени они исчезнут полностью. Это означает, что мутировавшее поколение не приведет к эпидемии? Они проживут не дольше, чем ты сам. Но даже потом процесс лишь повторится. Однажды новый Фокс Дай тоже начнет мутировать и станет новой угрозой. Но это, если ты сможешь прожить столько времени. Я умру? Все умирают. Тебе не остановить этого. Не убежать от этого. Позволь мне сказать тебе еще кое-что. Не надо. Не надо тратить оставшуюся жизнь на сражение. Я никогда не думал о тебе, как о сыне. Но я всегда уважал тебя, как солдата. И как человека. Если бы ты тогда был на моем месте, то, возможно, не совершил бы тех же ошибок.
С того самого дня, когда я убил босс собственными руками, я был уже мертв. Босс, ты была права. Суть не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы приложить все наши усилия, чтобы его сохранить таким, какой он есть. В том, чтобы уважать волю других, веря в свою собственную. Разве не за это ты сражалась? Наконец, я понял значение того, что ты совершила. Наконец, я понял правду за твоей храбростью. Почти пришло время мне уйти. И со мной догорит последний тлеющий уголек этой бесплодной войны. И, наконец, все старое зло исчезнет. Как только источник этого зла обратится в ноль, новое будущее родится. Этот новый мир твой, чтобы жить в нем не как змей, но как человек. Знай это, Зеро и я, Ликвид и Солидус, мы все вели долгую, кровавую войну за свою свободу. Мы боролись, чтобы освободиться от наций, от систем, норм и эпох. Но сколько бы мы ни старались, единственная свобода, что мы находили, была внутри, в ловушке, в пределах ограничений. Босс и я, возможно, избрали разные пути, но в итоге мы оба были загнаны в одну и ту же клетку. Свобода. Но ты, тебе была дана свобода. Свобода быть вне ее. Ты больше не инструмент кого-либо. Ничья-то игрушка.
Ты больше не пленник судьбы. Больше не семя войны. Пришло время тебе увидеть мир снаружи, собственными глазами. Твое тело и душа принадлежат только тебе. Забудь о нас. Живи для себя. И возьми новый старт в жизни. Босс, тебе нужен лишь один змей. Нет. Миру будет лучше без змей. Хорошо. Разве нет? Ну что ж, друзья, вот мы и закончили прохождение Metal Gear Solid 4.